Франциско Варгас. Солидная. Он чуть пониже. 22 wins by knockout, 2 defeats, 2 draws. Ура! За этот неполный месяц, который бокс представлен на канале Матч ТВ. Итак, гонг начинается первый раунд 12-раундового боя. За титул в красных его соперник из Мексики Франциско Хавьер. У нас сегодня Мексика против Пуэрто-Рико. Классика. Эль Классико. Получается зачастую просто феерическое. И, возможно, сегодняшний... Ну и, в общем, надеемся на то, что бой получится классным. Жесткая очень левая рука у Миуры. Работает. Надо присесть, мне кажется. И не берет паузу. Чуть-чуть пришел в себя, мне кажется, японец. Проводит все поединки. И вообще, это тяжелый первый раунд. Попадает. Тяжелый первый раунд. Убирается, повисает. До конца. Очень нужен перерыв. Неудачно первый раунд был для чемпиона. Посмотрим. И боковой удар точно пришелся в цель. Потом еще добавлял. Поединок. На этот вечер, в принципе. Опасно справа. И снова попадает. Непонятно. Хорошо, Варгас использует эти моменты, когда Миура вроде поклинчевать пытается, а Варгас коса. Он пытается сослить. Он прям вошел, да, и сразу навязал. Прям подошел к той дистанции. Но Миура... От японца такой плотный удар в область печени. Больше, чем за 10 уригондов. Абсолютно, абсолютно, я согласен. Нанес за 10 раундов, а Варгас в первом раунде нанес 43 точных удара. Такие два размашистых сбоку удара. Ну что, какая-то надежда у чемпиона появилась под конец. Когда и не пропадала. Да, первый раунд был неудачный. Его тяжелый, кстати, в своем прошлом поединке он встречался с Билли Дибом, еще одним бывшим. Считаю, что так пройдет бой чемпион. Миура начинает подстраиваться. Да. Варгас. По такой интересной траектории он бьет удар, такой какой-то полусверху такой. Низу. А чувствуется, да, как удары прям... Да, чувствуется, насколько сильнее, сразу поверил в себя, мне кажется, и... В общем-то, Варгас включил Миуру. Над рассечением у Варгаса. Не такое, но... В порядке. Будь спокоен. Да, если... Миура пошел вперед. Да, пропускать удары хотя бы вот в перчатке. И это четвертый раунд, а когда сумма этих ударов... В этом раунде как-то это становится заметно уже. На место. Вот едет потихонечку. Едет и просто закатывает в асфальт. Очень... И не обращает внимания на пропущенные удары. Миура. Сейчас удар головой был. Часто столкновение головы. Да, вот это. Опа! Вот и левый прямой. Левый прямой. Прям было это как-то явно. И все, сел на... Да, не хватило времени. Остановил. Пятый раунд Варгаса начиналось, да? Ну что ж, у нас есть драма, это хорошо. И Варгас это почувствовал. Пока он не скажет, что прям в... Встал на ноги. Вклад, о котором мы говорили, она начинает подниматься. Да, наверх. Начинает подниматься и снова. Она как минимум нокдаун. Очень сильно бьет. И снова левая опасно. Японец очень много нанес ударов по корпусу. Вот если обратите внимание, левая часть тела и в середину. Самый тяжелый удар, да, в область печени. Самый тяжелый. Очень надеемся, что они готовы к этому поединку. Хотелось бы. Состояние Варгаса на данный момент уже. Того и другого боксера, участников главного боя. Что он самый удар проводил? Альварес. И великолепный ответ. Уже закончится, мы это не можем исключать. Да, Такаши Миура, наверное, так...
Я говорю, даже те удары, которые он пропускает, он кажется очень достойным. Она выходит на первый план в некоторых поединках. В этом раунде, кстати, Варгас получше смотрится. Получше немножко ожидано, но вот передняя рука у него для того, чтобы просто поставить на место. Да. Печает тут же. Да, он как раз таким и был. Он правой рукой закрыл обзор, да, и да, слева да. попал. Глаз специально для того, чтобы закрыть обзор, а левый... Повтор, вот этот сильнейший удар навалом. Просто надо в каждом перерыве. Начинается по итогам первых шести раундов. Вот наш независимый экстаджеб. Заработал. Заработал. А он, кажется, есть. Тебя зашибу. Вот это он делает. Он это пытается сделать. Он это и делает, да. Но... Прямо идет на соперника. То есть вот по углов вот этих буквально небольших. Варгас терпит. Пытается отвечать. Мне кажется, еще... Отвечает. Дойдет, в общем. Да, для своего веса действительно очень сильно бьет. С пирогом, с Димой. В минимальных весах основные успехи. В общем-то, не опасны, насколько они... Потому что правый глаз у него закрывается стремительно. С каждым анализировал о том, что рассечения пришли после удара головой. Это... Да, это все левая рука, то та левая рука. А то могут рассечения, эти гематомы могут и не дотянуть до... Ему нужно двигаться, ему нужно... Но это уже трудно сделать. Лево попадает Варгас сейчас. Вколачивает, как будто сваи вбил. Тренируются на конце. Многих кричат. Да, левая рука. Ой-ой-ой, левый достал. Достал. Пока Шимиура. А это вынос. Вот туда же попадание, да? Левый прямой. Ох, потряс, потряс, потряс. Ну и смотрите, что происходит. Вот это... Опа! Ну что, просили драму? Получили? Просили. Есть шанс? Шанс Варгаса. Возможно, последний шанс выиграть. Сколько этот осталось бой. Силу? Это бой! Получил и Варгас! Справа! И что? Так. Я не понимаю как. Ой, сколько пропускает японец. Я не знаю, он вообще понимает, что с ним сейчас происходит или нет. Вряд ли. Все, Тони Викс остановил бой. Ну что ж, уважаемые зрители канала Матч ТВ. Мы... О. И здесь точно два попадания. Снизу сбоку, да? Пропустил. Мы говорили, что новым чемпионом мира